В селе Вербки Павлоградского района завершена реконструкция детского сада. Сюда будут ходить 115 мальчиков и девочек. Сад в Вербках был рассчитан на 45 детей, но потребность в местах была больше. В 2001-м дошкольное учреждение решили отремонтировать, а рядом достроить еще одно здание. Работы велись медленно, а потом и вовсе остановились. После длительного перерыва с помощью обладминистрации проект все же удалось возобновить. Старый одноэтажный сад отремонтировали, рядом возвели двухэтажный корпус, здание объединили переходом. Теперь у каждой из шести групп есть своя игровая и спальня, отдельный выход и площадка. Возле сада построили и собственную твердотопливную котельную. Детский сад в Вербках примет мальчиков и девочек уже в январе 2017 года.